Больше 1700 человек и свыше 750 единиц техники готовы к паводкам на востоке Казахстана. Это только силы местных исполнительных органов и формирование служб гражданской защиты. В зоне риска в регионе 71 населенный пункт. Большая вода может нести угрозу и дорогам области, отмечают в Национальном центре качества дорожных активов. Их мобильные группы ежедневно мониторят ситуацию. В рейд с ними отправилась наш корреспондент Анна Лесенбертина. Ержан Мишелев – дорожник со стажем. Уже почти 15 лет трудится на своем бульдозере. Но эта зима выдалась особенно сложной, делится мужчина. На их участке трассе Усть-Каменогорск-Алтай движение закрывали почти каждый день. Даже сегодня на Алтай проезда нет, спускают лавины. После них нужно будет максимально быстро прочистить дорогу. Пока же есть время для противопаводковых работ. Вот убираем снег с обочин хорошо, бульдозер, техника мощная. С ним с любыми задачами справляемся. Закрываются дороги, едем на помощь. Ради людей трудимся и днем, и ночью. Очистка обочин – задача важная, подтверждают и инженеры Национального центра качества дорожных активов. Если вовремя не убрать снег, страдают в целом дороги. Если не убрать снежный вал и снег с обочины, когда потеплеет, это будет растаять и приведет разрушение землеполотна. Будет впитаться вода, и в дальнейшем будет просадка, может и размыв откосов могут быть. Плюс еще могут образоваться лужа, застой воды на проезжей части. Это опасно для проезда. Необходимо своевременно расчищать и водопропускные сооружения под трассами. Их в области больше 1200. Еще 100 – это мосты и переходы. Если не дать воде проход, она разрушит дорогу. Наиболее уязвима в этом отношении трасса Усть-Каменогорск-Семей. Мы содержим три дороги из Усть-Каменогорска в сторону Алматы, Алтая и Семея. Так вот, на последней часто образуются переливы. Там обычно снега мало, почва промерзает. И вода идет поверх дороги, разрушая асфальт. Поэтому чистим все водопропускные сооружения заранее. До 15 марта эта работа будет полностью завершена на всех 1200 километрах республиканских трасс в регионе. Анна Лесенбертина, Григорий Баканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.